рублями. Рублями? Я вам из системы доллара выплачу. У меня и на рубле это будет. Спасибо большое. Ваш мобильный, пожалуйста. Прошу. А курс сейчас какой? 69. Ага. Там две галочки расписываются. Вот эти рубли, это доценты. Я поняла. Прошу. Ничего.
не изменилось. С советского времени столько же бумаги кажется. Вот. Прошу. Как девушка целый день в перчатках, я не знаю. У меня уже руки чешутся, я только одела. Спасибо. До свидания. Прекрасного дня желать не буду. Потому что... Почему? Потому что... Так вот. Не знаю, откуда я пришла. Кажись, отсюда. Ну-ка. Да, отсюда. Это тут, где я вам птичку снимала. Помните? Вообще жесткач, у меня правда уже красная рука, видите, от этих перчаток. Может, они что-то там в них наливают, потому что я на секунду одела, у меня чешутся руки от этих перчаток. Хотя я только что вылезла из душа и помылась. Короче, не знаю, что это за хрень. Может, они обрабатывают какой-то хренью, а у меня на нее аллергия, правда. Как девушка целый день сидит в этих перчатках, я не знаю. Видите, у меня уже покраснение. Надо их быстрее снять. Вот я вам эту птичку тут снимала. Прекрасно. Как она тут бедненькая. Целыми днями стоит. Ладно, пойдемте. Пожелали мне прекрасного дня. Урны у них нету, чтобы выкинуть вот эту всю хрень. Средства защиты, то есть, простите. Пипец. Не знаю, что она мне там наговорила. Сама что-то меняла. Курс. Я спросила, какой курс. Она мне назвала курс доллара почему-то. Хотя мне пересылали евро. Ну ладно. Фиг с ней. Слава богу, что у меня теперь... Мне теперь не надо сюда опять идти. Вот я сняла перчатку, у меня вся рука мокрая. Такое чувство, что они реально какой-то хренью обрабатывают. Хотя я это не могу проверить. Взять перчатки, понести на проверку куда-то. Короче, вот. Фу. Или просто от жары оно... Почему они начали у меня чесаться руки? Наверное, это у меня этот самый, как называется. Ужас. Наверное, это у меня самовнушение. У меня реально вся ручка стала красная от этих перчаток грёбаных. Так это я еще не наливала эту
смесь, которую меня заставили налить на ручки. Короче, жесткач. Я вызвала дождик сегодня, потому что всем жарко, все жалуются. И вот, видите, облачка такие налетели. Вы потеряли девушку. Спасибо большое. Потеряла бумажечки. Мальчик мне сказал, девушка, потеряли. Спасибо. Надо в рюкзак положить. Спасибо большое, Любушка. Ты мой ангел-хранитель. Я не знаю, что бы я сегодня кушала без тебя. Ну, хотя, наверное, это так. Преувеличение, потому что я могу, я уже проверила на себе, и 21 день не кушать, а только пить водичку. А вернее, могу и не пить водичку 21 день. Даже в жаре. В Ливане я была беременная, и меня заставляли там голодать. Не по своей воле я это делала, потому что мне говорили, что так правильно и положено. И там вот 40 дней был Рамадан, и я 40 дней от восхода солнца до заката не ела. И я не спала весь день, а я целый день сидела, работала в магазине беременная. И от рамаданила 17 дней и родила Соломона. Я это очень хорошо помню. И та же самая история у меня была с Османом, со старшим сыном. Тогда я только-только приехала в Ливан. И Рамадан был не летом, а зимой, в феврале. Это был 95-й год. Кто там ведет календарь мусульманских рамаданов, думаю, знает. Сейчас я положу эту бумажечку себе в рюкзак. Вон там лялечка ползает по коляске. Хотела это самое бумажечку положить и не успела. Увидела, как голубочки целуются. Вообще, какие они классные. Не знаю, видно вам отсюда, нет? Они реально стоят и целуют друг друга. Мои солнышки. А у меня с собой вообще ничего нет. Сейчас пойду куплю что-нибудь им покушать. Тебе надо самой что-нибудь покушать, потому что у меня уже реально язык заплетается. Я целый день сегодня, или как полдня времени, сейчас 2 часа дня. Полдня по банкам. А, целуются. Видите? Как хочется увеличить, но я не могу. Давайте просто подойдем к ним. К этим целовальщикам. Ру-ру. Класс. Вот такая любовь. Не знаю, видно вам, нет? Реально они целуются. Мой рюкзак там. На этом. Ой, не могу. Вот это любовь. А облака вообще. Наверное, точно сейчас тоже пойдет, как я его сама. Положила я бумажки в этот самый, в карман. Мне подруга дала этот самый подорожник, который действителен в транспорте. В этом сказала, что у нее там есть, наверное, на один проезд, а может даже на два. Сейчас проверим, а если нет, то буду посуду в автобусе мыть. Ну что, вы будете еще целоваться? А этот пришел, танцует. Показывает ей, что он красивее гораздо, чем ее этот ухажер. В общем, вот так вот. И она пошла. А этот стоит, думает, что происходит? Как в этой песне, помните? Кто-то подсыпал какой-то порошок. Я понимаю, мне кажется, я понимаю, что происходит. Увел он твою красотку. Уже смотри, как натанцовывает возле нее. О, пришел. Третий лишний. Ну, они же ткачи не могут, такие они красочные. О, увел ее. А тот танцевальщик отошел чуток. Короче, за ними можно наблюдать целыми днями, я не знаю. Вы же знаете, что я их обожаю. И вас тоже. Привет, мои хорошие. Тут все дубы, представляете? Вот это все дубы.
Птички поют. Боже, какая красота. Я утром съездила в этот банк, приехала домой. И что-то мне показалось, что я словила какой-то эгрегор понедельника. Понимаете? Потом я пошла в душ. Проговорила, что я весь этот эгрегор, короче, с себя смываю. Никакого понедельника у меня нет. У меня все прекрасно и волшебно. Смотрите, сколько тут грибов. Правда, все поле в грибах. Вот что вам, куда вам не идти, не показывать. Везде грибочки. Видели, сколько грибов? Вообще целая поляна. Там пацаны на меня смотрят, думают, что я их велик сейчас стырю. Не, не стырю, там сидят под деревом восточные мальчики. О, это клен. Вот кленовый листочек я тоже знаю. Вы тоже, наверное. Очень красиво. Вообще божественно. Круто, сколько там грибочков. Ха, красотища. Ладно. Пойдемте, мои хорошие. Тут цветочки так пахнут советским временем. Хотя мы вам тут уже показывали. Я, вернее, в прошлый раз. Хотя, может быть, кто-то не смотрел этого видео. Летящей походкой. А, это ж я вам Александра Сергеевича не показала. Прошла мимо. Даже не заметила. Вот так вот. Человек и пароход. Вот мы с Тальянской заворачиваем на Михайловскую улицу. Это Михайловская. Как тут пахнет. Знаете чем? Вот кто нюхал цветочки миндаля, когда миндаль растет? Вот так. Я в Ливане нюхала. Срывала с дерева миндаль. Миндальные цветочки и нюхала. Намывают. Евгений Моровинский творил здесь. Сколько? 10, 15, 16 лет. Вот так вот. Большой зал. Какая тут красота. Ху-ху. Тут тоже одни постановления. На основании постановления правительства Санкт-Петербурга номер 409 от 13 июня 2020 года Академическая филармония имени Шостаковича приостанавливает свою деятельность до 28 числа. А сегодня у нас какое число, мои хорошие? Кто помнит? 29. Значит, вчера открылась или сегодня? Далее до особого распоряжения. Ну и так далее. И тут то же самое. И везде. В общем, продолжается. Не дали им отбой. А все еще продолжают все играть в этот спектакль. 1839 год. Домик. Красотища. А фонари какие. Ху-ху, вообще класс. Смотрите, какие фонари. Это музыкальная библиотека. Оказывается. Такая тоже есть. Ху-ху. Будем знать. Та-та-тари. Ой. Споткнулась. Большой зал здесь, а там был малый. А здесь большой. Красота. Боже, как красиво. Смотрите, какие тут люстры в большом зале. Как будто побывали. Вообще жарко, но есть легкий ветерок. Очень приятная погода. Я не чувствую, что парит, как перед дождем. Но тучи вижу, что скоро пойдет дождь. БКС. Что такое премьер? Премьер БКС. Я не знаю, что это значит. Я от этого далека. Тут вот аренда. Вы видите, какое небо? Правда же красиво? Очень. Вообще. Там подземная стоянка.
стояли. Ну, тут везде аренда. Все-все-все здания пустые почему-то. Что тут за перетрубация у них идет, я не знаю. Что-то они тут химичат. Небо вообще класс. А остальное не важно, мои хорошие. Сколько самокатов стоит. Девушка с вещами. Может, вокзал ищет, не знаю. Может, просто пришла на Невском посидеть. Вот мы с вами пришли на Невский. Это Невский проспект. Все мне пишут, что у меня нету чего-то там. Не знаю, чего-то там у меня нет. Наверное, закончилась память. Это очень обидно. Потому что только я начала снимать эту красоту. Вот так вот, мои родные. Люблю вас. Всем волшебного дня. Ветер очень сильный. Вот такой классный. Не горячий, а прохладненький. Очень хорошо. Пока-пока. Очень-очень люблю вас. Боюсь, что вырубится телефон, и я не смогу вам даже это видео загрузить.